Дживс есть у кого-нибудь? У меня только на твинке. Ну, слетаю. Паучки идут по ползусу. Агри. На пол в танка отдали? Из танка что-нибудь прожмите, если есть. Рыбку поставил кушать. И сразу в шкаф запилить, пожалуйста. Кому надо, быстро летите. Ну, чинитесь свое. Да. Кто улетел, плюсуйте сразу брейд, чтобы вас сразу суммонил. Ну, сука, Ладомир и Арчи, но Арчи я уже суммонил. Вот я Ладомир. Ну, сука. Спасибо. Давайте все ближе к кресту подходим. Ну что, мне это самое интересное. Таксидент, что такое? Хант, что такое? Кого-то уже ломит, блядь. Ломка пошла. О, какие? Нет. Винту накиньте там на пацанов. 7 человек без бафа. Винта есть. Че, Лиза, ну, так делай без сказки. Вы только коконы, которые за спиной будут, сразу бейте, РДшники. Не стойте. Войд, накинь, пожалуйста, каску по пристам. Спасибо. Все, чек на пул. Арт, когда попрошу, кинешь сакру с баблом. Вылезай бы. Суф, нечаянно киньте мне инеры. Коконы смотрим. Разбили коконы. Слип, ты мне кидал ино? Да. Бля. Мне двоих типа хватает, я не успеваю ману потом слеп. Коком смотрим, да. Он улетел. Так, ну я побежал за Арстайлом. Криво убить, да? Так, киль сам себя чуть-чуть. Кто-то чихнул? Киль сядь. Встаньте в крест. Лежит в кресло. Я не достаю тогда бафа, чтобы кидать на танк. Разбили.
Кто все отставил? Все. Давай, жми. Владимир, давай ты следующий. Следующий такой. Разбили. Нихуя. Там бои. Ой, кольчужный. Классик неплохой, кстати, отдельный. Куда это эти наручи, которые хастокрит на феррала, они больше никогда не упадут. Да, распуху челюсть. Вообще ни разу не упало. А чё с этим? Боешку-то нафига? Продавай. Так, все, летим на Сапфирона. Без перерывов идем. До два босса осталось. Добьем уже. Чё тут стопудово хил, да? Ну да. Да. Самое главное, хилы разделитесь. Заранее там договоритесь, кто слева, кто по центру, кто справа стоит, чтобы всех доставать. В кого камень души? Давай, я, короче, в амбассадора, ты Владимира, потом Эмю, короче, и Наэ, блядь, короче, этому войду, а Ашмодел на Суфа пусть кидает. Может, друидам кидать? Ну, я говорю. Нет, зачем? Я эти я забей. Владимир кидает. Так, что на нем делать? Вот на нем я первый раз. Короче, стоишь на нем, если ты РДДшник кто-то. Сразу рейндж 10 напишите. Короче, держишь рейнджу 10, стоишь, бьешь. Ну, вообще, стоишь, бьешь, рейнджа любая. Потом, когда взлетает, должен между, ну, то есть между тобой должна быть, между вами всеми РНЖ 10. Потому что он плюется ледышкой, если кто-то в этой РНЖ есть, он вас задевает. Если нет, у вас в одного. По второй фазе пару слов. Первое, это не сбегайтесь, пока не появится третья метка, то есть пока третьего человека не заморозит, никто не прячется за глыбами. Это первое. И второе, когда вы стоите за глыбой, если вы видите, что сфера упала, но глыбы не исчезли, не выбегайте. Это баг анимации. Угу. А звучать будет кто-нибудь, нет? Да, я все скажу. Просто бей, рейнджу держи. Геру с пула, ну как, сейчас он поставит, 5 секунд пройдет, Геру нажмешь. Сразу проявим Геру. Чарчин. Сейчас, смотрите. Демир, ты ближе вон там, да, слева, правильно? Стоишь там, стой. А второй хулипал, вот ты ближе к хвосту делаешь. От дождя, если видите, на вас летит дождь, разворачивайтесь просто на 180 градусов и пиздуйте к стене и бегайте возле стены. Да, остальные кстати отходят. Кто, ну, это касается тех, кто не умеет катить дождь, кто умеет, могут бегать. Ну и милики, разумеется, отлетают через хвост к стене и побежали вон. Геру, давай нажимай. Нечаянно сразу инер. Ух, тоже мне сразу инер. Нечаянно, птишка, вижу, бежишь. Красавчик. А сейчас рейнджу 10 набрали. Курс, ребят. Раз. Первая упала. Вторая упала. Третья упала. Все. За ледышки спрятались. Ты им ждем. Ждем. Она падает. Быстрее прячется. Быстрее. Ждем.
Все, выходите, можете дамажить. Все, ничего другого босс не делает. Циклично. Да. Дождь, метки, все, все так. Меньше лагать, кстати, стало на боссе. Тут всегда лагает, когда взрывается эта хуйня. Слим, братишка. Пали заливать нахуй. Че, дауны что ли, или че нахуй? Нормально. Это заливочка. Кто сейчас залил нахуй? А ты найди, блин. Вот так. Я не знаю. Я думаю, она на меня идет, а она на этого, на Владимира пошла. Заебись. Сука. Так, это Ренжу 10. Да, разошлись, друг. Первая упала. Вторая упала. Третья упала. Нашли свои эти и это, стоим. Все, выходите и башьте. Еще, наверное, одна такая будет, скорее всего. Ну да, она точно будет. Как бы не две. Кристи, слезь, ПС, какие, пожалуйста. А че по БРам у нас? Может, поднимем? Школьника хотя бы. И комбате, а в принципе, что, поднимите их двоих? Школьника поднял. Второй, да, типа. Нечаянно бы. Пиздец. Залил. Целую фазу прождал, чтобы все откатилось, бонус. ПС-ку дали, все, да. Близзард. Короче, поднимите. Так, это рейндж 10. Так, первая упала. Вторая упала. Третья упала. Стоим. Быстрее прячься. Все, выходите, можете. Блядь, я ж за глыбой был. Ну. Ты можешь там. Нет, ну я ж. Миллиметр тебя выглядывал. Тут механика, как на Синдре, как бы. То же самое. Не, блядь, я во всех стоял, блядь, чё за бред? Анимация у тебя раньше пропала, тебе же говорили. Ну ты, может, раньше вышел, ты знаешь? Нет, я тупо стоял, я ничего не делал. А ты в упор поставил прям подошел к глыбе? В упор подошел, просто прям, короче, стоял. Не упирайтесь прям в упор, вы там чуть-чуть назад, ну, чуть назад отойдите просто, капельки. Все, не ФКшим сразу, идем лечим, идем расход. Угу. Но мультик сразу две трения. Сука, я на рогу вот эту трень буду взял, конечно. Аня, возьми умершего, блять, и не проси больше Инера. А Куника, да, кстати, наверное, тоже 45. Скорее всего. Куй-то. А чё за тем, чё за ключ? На Сапфирон. Ой, это он на Малигос. На Малигос. Чё, Келя дамажить? Да, думаю, нормально. Я справляюсь. Чё, Пэты на пассивку? Да, Пэтов на пассивку. На ковре здесь рыба лежит, кушайте. Потому что умирала дофига. Локи и бесов на пассивку не ставят. На них дамажат. Это ханты на пассивку. Если они за ним стрелять умеют, окей.
Нет, там не важно. Они кастуют огненную стрелу, которая кастуется с, ну, сколько там? 36 метров. Он никогда не стагрит пачку. Поверь, были прецеденты. А мой дровосек? Специально направляю. Дровосек, конечно, сам. Дровосек на... А там что, это время или что? Ну, я их сразу с боссом. Блять, ну там время. Дайте рыбу, блять. Вот стоит, блять, рыба, она. Да ебаная корова жопой на нее села, блять, съебалась. Пожалуйста. Комбатя, тебе Тринка пришла одна. Ебаная корова. Комбатя, тебе Тринка пришла? Пришла я. Батя, батя, не комбат. Парни, давайте, 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 парни. Не прибегу. Еще остров доделывай, блядь. Звездочка прибежит, покажет, как бегать надо. Погнали, погнали. Мы стоим. Погоди, нельзя что вперед побегать сильно, то сейчас будет весело. О, теперь мы. Вы, ну. Все, захватим. Блять. Бьют и банши, а милики бьют этих поганищ. Все. У меня вопрос, а у этого демона, нахуй, бес тоже баф накладывает? Да, все бьют. Все. Так ты, ну, не, ну, сейчас ты, конечно, дровосеком тебе билд должен кстати, быть. По тесте на манекене дровосека и беса. Кто-то говорил, что дровосек в разы меньше вносит урона. Не, дровосек побольше не наносит. Смотри, подожди, ты в лоу-гире бегаешь с дровосеком. Когда тебе плюс-минус гир, ты уже с бесом бегаешь. Не хрипай так. Он что-то не пришел прям в упор, блядь, ни раз нас не раскидал. Там банш, он где-центр. На нее лапку можно кидать на банши. А что ты грибаешь? Он все равно изначально ты можешь сразу вдарить при твоем грипе. Браво! Блять, как же на классике эти поганища, блять, неприятные были. Если ты просто рогой один раз кританул, автоатакой сорвал, а друг умер, блядь. Поддерживаю. Поэтому без фури прота тут жопа была. Фури прота. Это в каком инсте на классике? Ну, в этом же. А, там похуй вообще. Ага. Там, вообще... там не похуй, у него даже дверь открыта. О, блядь. Ну, у меня даже дверь не смазана, ну. Ебашил вообще, как лохов там всех. Че палахов раздал, а? Даже на ютубе засветился. Блядь. Как рейд положил. В соло. Блядь, я сальтухи считал. Там же. Там же опять банш. Право. Че, вы бьете? Нет, блядь, че я один хуяю?
там вот правее еще дальше. И сзади одна. Добиваем. Клетка, клетка. Ноги уже на изготовку. Под ноги смотрите, в лужу, блядь, не стойте, которая появляется. Ренжу там наберите чуть-чуть, чтобы не прям кучку стоять. Ханка, где? Чё, предлагаю дать геру? Арч, жми, бля. Педаль. Суф, нечаянно, давай. Поехали. По старой схеме. Поим. Слышь, ну а будет еще, бля, так же, по 4 победы. Вы чё, блядь? Танк уйди. Скрип можешь тоже кидать. Милики. Да, Сань, по-моему, это у тебя. Че у меня? Ну, просто во всех милики слева отошли. Во всех рейдах, где мы ходили, у тебя вот это пиу-пиу-пиу-пиу было. Меня, да, мы сирена. Сирена. Кстати, у меня тоже есть. Так, кто-то на, вот это на кто-то на колонках играет, ну и колонки слышно. Но мне на самом деле уже кажется, что это именно ДБМ. Почему? Да, это ДБМ. Это либо ДБМ, либо если у тебя этот стоит, то ГТФО, может еще он. Это мне ДБМ. ГТФО, я не знаю. Просто у меня тут он почему-то вообще не хера. Мы, блядь, найдем. Мы догадаемся, кто это. БДСМ? Ну, может и БДСМ, кто его знает. А кто-нибудь читал книжки по БДСМ? Да, я читал. Не, я только книжки. Если ты такой вопрос задал, то ты по-любому их читал. Я только картинки смотрел. Просто не моя книжка принесла, я такой, шо, блядь? Может, Камасутра? Нет, там куча книга, блядь. Она толстая прям, пиздец. Ну, чисто книга по БДСМ. Я так полистал, блядь, там... И типа, ага, полистал, да, конечно. Нет, я не читал. Да, все. Нет, так нет. Да все, ты листуном будешь. В чем рофл, блядь? Там в этой книге ноль картинок. Тупо текст, блядь, вообще. Ноль картинок. Я такой полистал, думаю, фу, нахуй. Ничего неинтересного. Я думаю, там картинки что-нибудь будет. А потом ты такой ждешь, когда твоя спать ляжет, и смотришь, на какой она остановилась. А там, короче, этот праздничный поросенок. Типа, ты ложишься животом. Этот, блядь, тебе кляп в рот там. Ты такой, нет. Ну нет. Ну нет, блядь. Да. Листун. Чисто полистал. Там ману. Ой, пацаны, картинок не увидел, все, бросил. Дайте Владимиру ману, у кого... Я помню, пиздюком, когда был в школьной библиотеке, книжки брал. Если не было картинок, я ее не брал. Кста тоже. Нахуй ему мне надо читать. Мелики. Как это меня называлось там? Страна изумрудная страна, или как это, блядь, сука, такой рассказ был? Волшебник изумрудного города. Во, да, блядь. Вот нормальная тема. Там хуево тысячу картинок помнить было. Значит. Хуяно было. Смотрим внимательно на лут. Кто-нибудь видит посох? Я не вижу. А я не вижу меча. Видите меч? Я не вижу меча. Меч два раза. Блин, два раза танка падает. Вы видите тут говно? А я вижу говно. Фу, блядь. Так, ну чё, вот минусуем примерно 40 минут, мы за 2.40 пронесли рейд. Неплохо.
Если все ФК, всю хуйню убрать. Там даже на ради. Нет, даже на еще меньше. Я 2,5 часа, наверное. Ну, Сирис, а что ты не хочешь это чистить? Так у меня такое же. Он же в том лутал, по-моему. Про танка делать. Ой, погоди, 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 этот. Блять. Сука, я отказался от плаща, блядь, я его паролить хотел. Запизделся с Егором. Сейчас. Ну там этот просто по прибору посмотришь. У тебя твои. Блять, ну пуха когда вообще упадет? Я сколько спрашивал у Этернулов, нахуй они говорят, ну каждое второе КД падает, блять. Там просто у них есть один человек, из-за которого все падает. Это Антоха? Нет. Блять, ну ладно, пускай школьник. С ним сюда все падает. Разбойник, сука. Да, пускай носит. У меня тогда грудак с голперс. Санек, что, это тем дашь? На лему. Ты ЕПшку, ты разорил, да? Все. Я тебе ГП начислил, но ты меня отвлек. Стою, это пока... Егор, короче, спрашивает, типа, что там выпало? Мне эта хуйня лут закрывает. Я такой, ладно, типа, отмена, отмена, отмена. Так, ну смотри, короче, такая хуйня, такая хуйня, такая хуйня. Он мне пишет, пиздатый плащ. Я смотрю, блядь, плащ, сука. Школьник его же. Так, а что, завтра будут вот эти вот АЭС там, блядь? АЭС? Ну, вторая будет. А во сколько? Так же. Сейчас. Без 15. Чего не пишешь? У тебя, кстати, с ДПСом стало, блядь, непонятно. Как-то прям просил сильно. Кто? Ну, я честно скажу, у вас у всех с ДПСом проблемы, ребят. Как бы так, мягко говоря. Не, пацаны, я вообще первый раз играю за ШП, блядь. Я максимально стараюсь. Если, ну, какие-то... Не, моменты... ну, ты на ШП не выйдешь. Не, подожди, 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 дай договорю. Если что-то неправильно делаю, подскажите, как бы, блядь, ну, исправлю. Ну... Ты ШП, ты в этом контенте не выдаешь ДПС вообще. Ты даже можешь там особо не пыхтеть сильно, там, потому что у тебя спектр. Спасибо, пока.